Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Анна, и поехали покупки в Ашане. Кит Ворды 48, женские истории мистические 39, магические, ну, 37. Вот такой пакетик, ну, мало ли, что-то положить, даже подарок я взяла. До 15 рублей он стоит. Так, телепрограммы 50, одноразовые пеленки 179, в детском отделе нету, 60 на 90 этой марки. Бюджетные бумажные полотенца 63 рубля, поплотнее 90, очень дешево. Так, маме взяла два, ну, станки она попросила, 149, сейчас они со скидкой. Наконец-то завезли, хоть у меня сейчас орхидея прекрасно цветет, но пусть будет. Удобрение 42 рубля, давно не было. Босс, как не привозили, так и не привозят, представляете? Так, влажные салфетки 15 рублей. Вот такие сейчас очень подорожали. Вот Ашан в этом плане ихняя марка выручает. 89 рублей. А так уже 120-130. Аура вот такие. Ну или фикс прайс. Так, 90 рублей Феликс курицы 200 грамм. Так, мечта 21 рубль. Ну это если с собой снимать лак. Себе я вот такой за 125. Жидкость для снятия всех видов. Это вроде, не знаю, вот такая марка. Появился вот такой крем, коллаген ночной. 100 с чем-то рублей. Вот я хотела какой-то крем легкий, ночной. И взяла. 100 с чем-то рублей. Был еще с гиалуроновый. Вот. А сейчас скидка чистая линия тоники. Дезодоранты Dove спрей. Ну, всякие тканевые масочки. Ну, можно какие-то зубные пасты. Надо ходить смотреть. Так, мультивитамин показ 145. Помню, было по 200. Так, хлебцы 30 с чем-то рублей. Так, сейчас со скидкой сказки перо 400 рублей, 264 грамма, 105 рублей. Очень много сейчас скидок на конфет. Так, маска 439, 228 грамм, 100 рублей. Вот такой взяла. На всякий случай, на осень или даже на отдых, чтобы, если горло заболит, чтобы было. 144, но на самом деле был ценник 125. Ну, нейтральный ценник. Так, феликсы по 21 рублю. Набрала 3, 4, 5. Так, 3 пакета Цезаря, это на дачу поедем, по 26 рублей. Вот такая арабский хлеб, 47 рублей. Колбаса 30 рублей. Это маме с тетей на дачу. Сочники, черемушки 63 рубля. Только смотрите дату. Так, салфетки бумажные 24. Пакеты для завтрака 21. Так, что мы взяли из такого? Я взяла попробовать 4 сыра. Вот такой 79 рублей. И муж 2 самсы с бараниной взял. Да, да, с бараниной по 56 рублей. Киш 4 сыра 80 рублей. Так, что еще взяли? Чеснок один молодой. Ну, салат так вот порубить. По 159. Он сейчас со скидкой 66 грамм на 10 рублей 56 копеек. Вишню в этот раз взяла. Тоже опять иранская. Ну, конечно, она такая теркая, кислая. По 99 рублей 360 грамм. 36 рублей немножко взяла. Мама у меня ест. Так, томаты сливовидные по 150, 718 грамм на 107 рублей. Огурцы мы взяли обычные пупырчатые, шлуховицкие по 100 с чем-то, по 80 рублей, 882 грамм на 70 рублей 56 копеек. Нектарины узбекские маленькие по 129, 608 грамм, 79 рублей 4 копейки. Абрикосы. Так, сейчас я вам покажу. Шалах, вот самый вкусный, 149, 174 рубля, килограмм 166. Гущенка, до 100 рублей ихняя. Вот такая водичка, уже выпила, славянская, жемчужная, 35 рублей. Сметана у нас получается 70 рублей. Вот такие две вафельные трубочки, 35. Колбаса кремлевская с грудинкой, ну где-то на 200 с чем-то рублей. Так, сыр шуханский, эконива,
549, 189 рублей, 346, видите, килограмм 549. Везде сейчас уже сыр по 800, 900, 1000 и так далее. Так, Светлогорье по 39, скидка сейчас. Развесной салат оливье 529, 236 грамм, 125 рублей. Слобода у нас по 35, 3 штуки взяла. Вот такой йогурт по 30 рублей называется. Экстра, какой-то сливочный. Пэк. Не знаю, новинка такая. По 30 рублей 2 йогурта взяла. И вот этот по 39. Только смотрите дату. Так, сметанина, яйца. Ну, долго говорить не буду, 90 рублей. Блинчики 72. Морозка 111 с мясом, так они дороже. Курицу сейчас очень сложно выбирать. Я вам рекомендую больше брать филе или вот маленькими такими бедрышками или крылышками. Вот, целую не очень, конечно. Особенно в петелины. Мы берем вот такие, больше мякоть. И, ну, есть что есть. Вот. Вкуснее так, чем голени, бедра. Черкизово 145. Чебачичи по 129. Ряженка 83. Кока-кола 79. Рыба 88. Вторая рыба 94. 500 рублей килограмм. Называется «Горбуш холодного копчения». Так, мороженое, рыба, горбуша, 260 рублей. Кстати, неплохие кусочки. Вот. Так, давайте прибежимся по чеку. На главной сцене там все поставили, представляете, уже к школе. Тетрадки там, ну, можете уже идти закупаться. Концтовары, тетрадки, все такое. Так. $5346 рублей. Вот такие были покупочки на этой неделе. Так что готовимся к осени. Новая волна коронавируса. Конечно, не хочется, но что делать? Она будет 100%. Все приедут в сентябре, как начнется. Но уже говорят, что в августе. Ну, посмотрим. Проездом были на проспект Мира, Евроспар, хлеб Сергеевский. Сейчас скажу. Так, 43 рубля. Вот такие наборы роллы нам на двоих там хватит на 500 с чем-то рублей. Вот такая небольшая покупка в Евроспаре. Так, смотрите, покупки на даче. Купили вот такой кофе. Неплохое, берите. 199 рублей, большая, там 360. Крепкая, хорошая, я когда-то брала. Взяли на дачу, чтобы надолго хватило. Так, магазин «Мясной дом». Вот такие эклеры с черной глазурью. 158, 374 грамма, 424 килограмма. Так, потом мы взяли шашлык готовый свиной. Здесь получается килограмм 652 грамма на 619 рублей, килограмм 374. И крылышки. Крылышки у нас получается 275, килограмм 200, килограмм 229. Крылышки дешевые. И приправа для курицы 27 рублей. Покупки на даче, магазин «Бристоль». Уголь 2,5 килограмма, 189 рублей. Чипсы 109. Вот такие чеснок снеки по 30 рублей. И вот такая штучка тоже 109 рублей. Так, покупки в «Пятерочке». Длины 114, морозка, сахар на дачу 60 рублей, приправа 8 рублей. А филе курицы, сейчас я вам скажу, филе окорок на 226, мясо на 294, 2 нектарина на 30 рублей, килограмм 129, 2 огурца на 8 рублей и лаваш 50 рублей, активия 35 и картошка на 30 рублей. Вот такая была покупка на даче в «Пятерочке». Покупки «Перекресток». Jardin кофе 319 по акции. Это выгодно. Так, два йогурта «Данон» в «Дикси» по 22 рубля. Один по 29. И был отдельно с бананом. Так, сахар 60 рублей. И «Домик в деревне» 3 упаковки. 80 рублей молоко. «Магните» сейчас по акции не во всех. Черешня. Вот такая, видите, она переспелая.
прям сладкое. Тетя нас угощала, мы взяли. Килограмм 179 в магните. Я взяла на 114, потому что два ящика испорченных был. Дальний, вот, ну, более-менее, ее надо есть. Но она не тухлая, ничего, но перезревшая такая. Покупки в Хлебниц. Ну, по Москве такая сеть. Пароварка. 90 рублей две штуки. Лепешка. Лепешка сырная с чесноком. 70 рублей. Беляш запеченный с мясом. 90 рублей. И вот такой сметанник. Ну, в корзиночке 60 рублей. Вот такие были покупки на этой неделе. Подписываемся на канал, ставим лайк. И до следующего видео.